35 meters. 40 meters. At the bottom plate, touchdown. 45 meters. Turn up. Turn, coming up. 51. Congratulations! We have a world record! У нас есть мировой рекорд! Լուսումների ընթացքում կոնգրեսի ավելի քան 80 գրասենյակների ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղում տիրող ծայրահեղ ծանր իրավիճակը, որը ստեղծվել է Ադրբեջանի կողմից սեպտեմբերի 19-ին։ А, началось. Все, застряли. А что Яндекс пишет? Да Яндекс, что будет писать? Вот уже. Киллеры пошли. Какие-то киллеры. Вы киллеров не видели. Настоящие. Да, настоящие. Да ладно, блин. Все против, видите? Только никто ничего предложить не может. Да. Все такие умные, все против. Что они сами могут сделать? Вообще, он Запад ходит, а никто не хочет. Не знаю, кто хочет Россию, которую предала? Да, не в смысле предала. А что? Политика, политика. Я переехала в Армению 13 сентября 2022 года. Окончательно вот я перевезла. Приехала сюда, прилетела, когда начались бомбежки. И у меня было ощущение, что вот, типа, я от войны бежала. Как хотела убежать, но вот. Есть вещи, от которых убежать нельзя. Армяне как-то живут с этим. Они живут так уже 30 лет. Я пока привыкаю. Самые яркие воспоминания, наверное, это дом, потому что у меня, ну, как бы дети выросли в квартире, к которой я была привязана в Москве. И очень много ассоциаций именно с их детством. Наверное, вот это то, что самое такое печальное из воспоминаний, то, что есть. Семь перьев же заканчивается. Рано или поздно. Я хочу верить в то, что в современном мире империя будет заканчиваться гораздо быстрее, чем в прошлом. Армения, на мой взгляд, наверное, вот последняя страна в мире, где так хорошо к русским относятся. Даже слишком хорошо они к русским относятся, на мой взгляд. Незаслуженно, это хорошо уточняется.
мир разделяется, он становится очень полярным. Хочется надеяться, что, может быть, что-то люди поймут наконец, до того, как какой-то совсем глобальный катаклизм случится. Я в это очень верю. В общем, вариантов-то нету.